Продолжаем играть в Айзека, еще одна каточка, поехали. Сейчас, ребята, секундочку буквально, извините. Так, поехали дальше. Я себя паршиво чувствую, за градусником метнулся. Так, ну, благо играть мне это не мешает. Но вот хреново осень пытается меня убить, по-моему, уже который раз за эту осень, в общем-то. Надеюсь, я просто устал. Нет, нет, братишки, давайте вы... давайте вы не будете этого делать. Блин, как меня этот чувак бесит. Иди сюда. Отлично. Так, остался один такой и два таких. Эту комнату я знаю, слава богу. Так, ключик там, Чаби здесь. Да, берем, почему бы нет. Чаби неплохая вещь. Так, наверное, фекалии надо разбить. О, 5 центов. 5 центов это просто заргут. Еще бы петрифайт пуп или типа того. Оп. Да, даже если сегодня Айзека не будет, ребят, и если по каким-то обстоятельствам его не будет и завтра, то он будет на следующей неделе, его будет много. Так что если вы интересуетесь Айзеком и Afterbirth в частности, то на следующей неделе будет его просто дохрена. Ну, на следующей неделе его в любом случае будет дохрена. Да я вас чабом закидаю. На смерть. Ну-ка, стой. Неприятный просто босс в плане его рикошетов. О, Хейло. Хейло это неплохо. Хотя, конечно, да. Смотря с какой стороны. Спидап хороший, дэмэджап. Че, будешь что-нибудь взрывать? Давай сюда бомбу, короче. Не совсем. Мне кажется, если этого босса оставить где-то минут на 15, то он в итоге сам себя выпилит. Твердый тач, хорошо. Мне бы еще синее сердце хотя бы одно. Видимо, не на этом уровне, да? Ты бы и кубович попадался, а?
Кстати, я до сих пор не понимаю, какого черта в Айзеке уже вторую игру подряд на первом уровне нет сделки с дьяволом. Как бы он не намного меньше, чем второй, например. Но почему-то здесь нет сделки, а там есть. Да и ко второму уровню ты, как правило, более прокачан, то есть у тебя есть какие-то статки. Фармон, приветствую. Так, погода в Кемнике? Как тебе сказать? Неплохо, но и нехорошо. Вроде как солнце, а вроде как и холодно, блин. Так, оу я. 5 бомб. Ну-ка. Нет, 36,6, я просто себя дерьмово чувствую. Отчего не легче. Но, по крайней мере, это не 37. Снег. Нет, на снега, слава богу, нет. У нас хорошая, красивая, желтая осень. Не серая, как обычно, а желтая. Вообще такой осени давно не видел. Обычно у нас серость, дождь. Ну, серость и дождь, в принципе, это все, что у нас обычно есть осенью. А, значит, у меня не 37, а у половины чата 37, ну понятно. А, это хреново погода меня тоже доконает, ребят. Ну и выздоравливайте, что ли. Так, мне нужно... Оу. Братишка внезапно вырулил сверху. Блин, я надеюсь, они что-то сделали с камерой в Afterbirth. Потому что, блин, она заколупала уже. Я как бы я привык к ней за 600 часов. Ну, вот... ну так, в целом. Но лучше она от этого не стала. Так, что у нас тут? Кстати, надо будет проверить в Afterbirth баг с прохождением через ту самую комнату. И... ну да, Challenge Up, блин. Purple Heart. Здесь-то можно пройти. Так я вот не знаю, зачем мне сейчас туда идти. Вот если у меня сердец прям очень-очень много будет, то я, наверное, пройду. Хотя, с другой стороны, нахрена. Здоровье тратить. Надобно. Ау. Да, монстр весьма такой нудненький босс. Могли бы, кстати, в реверс добавить ему каких-нибудь мувок. Каких-нибудь паттернов новых, кроме как прыгать и стрелять. Я же понимаю, что он, типа, первого левела босс, ну. Ну, хоть что-нибудь можно было бы добавить. Хоть чемпионскую версию какую-нибудь свеженькую. Так, тут у нас... а тут у нас кнопка Win. GG. GG. Игра щедра. Как никогда. GG. Я надеюсь. Жижа. Хиляем. Ну, везет и везет. Куда я знаю. Он сит. Если не веришь, проверяй.
Я думаю, тут главное знать, как сделку с дьяволом прокнуть, и уже проще будет. То есть сделка с дьяволом — это куча айтемов на дамаг. А что-то еще надо, кроме дамага? ХП как-нибудь наберется. Да, есть артефакты в сделке с дьяволом, которые дают еще и ХП. Там тот же, та же церемониальная роба, например, хороший артефакт. Да, она дает дамага не очень много, но зато дает 3 черных сердца за одно красное. Это круто, особенно когда у тебя последнее сердце красное осталось. Там тот же Абадон вообще что-то невероятное с ХП делает. Ну, правда, брать его при там 10 красных сердцах, наверное, не очень выгодно. Но с другой стороны, будет прокать потом полароид. Короче, дьявол — это на победу. А сделка с... Ну, не сделка с богом, на самом деле. Ангельская комната — это так. Хотя там есть Godhead, например, Sacred Heart, но, по-моему, там кроме этого ни хрена и нет. Так, погнали вниз. Оу. Вау. Вау. Блин. Мне бы скорости немного. Ауч. Ротун Бэби, пошли со мной. Почему бы и нет. Мухи must have. А, ну да, ну и чтобы артефакты были хорошие, их надо побольше открыть. Естественно. Чем больше артефактов открыто, тем лучше. Вау. Я даже не ожидал, что у меня чап туда полетит. Так, давай, чувак. Как бы тебя так подловить-то красиво? Во. Великолепно. Все, погнали дальше. Нефиг задерживаться. ХП есть, дамаг есть. Уголь на технологию 2. По-моему, нет. Curse of Blind. В жопу Curse of Blind. Я не буду ничего брать в Curse of Blind больше. Мне хватило Curse of Tide в свое время. Забегов сколько там назад это было? Забегов 30 назад. Не, меньше, наверное. Ауч. Вот поэтому мне надо больше скорости. Блин, хрена в голос меня сегодня подводит. Мне это уже раздражает. Так, в комнату туда не пойдем. Два ключа мне тратить и не хочется, и незачем. Так, ребятки, давайте мне не устраивайте бомбалею. PhD бы. Бы мне PhD, было бы неплохо. Чтоб пилюльки жрать безопасно. Там может быть и спид ап, и тирз ап, и что угодно ап. Так, Book of Revelations, How to Jump, Анархист. Сатанинская Библия, как миленько. Book of Secrets. Так, ну я рольну потом, наверное, их еще разочек. Если будет возможность. Она, наверное, будет. Не, верните мне лучше грибок. Конечно, хорошо иметь деньги, но иногда лучше иметь карту.
А, я жадный. Вот машем, дэмэдж ап, отлично. Правда, я теперь еще медленнее стал. Как тут не вспомнить мой забег, в котором я был адово медленный. Который никто никогда не видел. К сожалению. И не увидит. Ball of Bandages, Necronomicon, Dark Matter. Dark Matter это неплохо, я все-таки рольную библиотеку, потому что там могут быть сразу три артефакта. Хотя, блин, три артефакта в библиотеке, это, конечно, писец. Котета. Но я еще Necronomicon пощупал, так что все неплохо, и там действительно могут быть сейчас три артефакта. Book of Shadows, телепатия для чайников и Библия. Ну, не на эти три книжки я рассчитывал, но я их пощупал, значит будет... Если будет еще одна библиотека, там будет уже нормальный пул. Конечно, конечно, у меня Real Platinum God, естественно. Ау, ау, не надо так, пожалуйста. Воу, воу, а такое бывает? А, это я, наверное, его этим тёртый тачем долбанул. Блин, конечно же нет. Нафига мне эта копилка нужна? Давай, бум-бум-бум. А, жадная. Жадная штука. Так, у нас еще будет одна комната, как минимум. Один магазин. Нет. По-моему, он не работает. По-моему, там просто будет эффект от лазера, но это, по-моему, все, что будет. Короче говоря, того не стоит. А, я ненавижу замки, они всегда тырят мои ключи. Они как маленькие нигеры. Ну, в ачивках для DLC много малышей для коопа, это то, что открывается. А как открывается? Как бы ачивки могут открывать полную херню, как бы, но... Суть же не в том, что ты откроешь, суть в том, как ты получишь эту ачивку. Так, ну и... Очевидно, Роллет. Очевидно, нет. Очевидно, идет он нафиг, этот, блин, сестрица Мэгги. Да, ежедневные дейлики, да, ежедневные раны, это клево. Ежедневные дейлики, блин. Масло масляное. М-м.
Так, это у нас удвоение ключей. Окей. Так, давайте еще проверим вот эти комнаты. Ну, здесь вряд ли что-то, да, ничего быть не может. Какого хрена она туда упала, блин. Да, кстати, эта комната в Wrath of the Lamb была гораздо сложнее. Для меня, ну, по крайней мере, поначалу точно. Там уже как-то скилл, наверное, сыграл, я не знаю. Да, блин. Так, ну рольнуть, наверное, секретку. Фу, сокровищницу. А, нет. Нет, нет, нет. Блин, ни за что, я уже брал. Спасибо, нет. Тогда я точно стрик солью. Я уже делал такое комбо. Tiny Planet, Coming Tears. Вообще куча всякого барахла была тогда у меня. Поверьте мне, это ни хрена неудобно. Когда нож летает вокруг вас. Tiny Planet там. В жопу Tiny Planet. Даже ради прикола брать не буду. Потому что, когда прикол в том, что ты сольешь стрик, это не прикольно. А я в кои-то веке добрался до 80+. Правда, за Айзека всего лишь. Гиббона мать, а. Че он такой резкий-то? Ну, я, в смысле, я знаю, почему он такой резкий. Потому что, во-первых, он сам по себе такой быстрый, во-вторых, он чемпион. И именно та чемпионская версия, которая быстрая. Ну какого хрена, блин? Нечестность, блин, сплошная с этими мобами. Вот эти мобы и те глазастые чуваки. Когда появляется их вот такая чемпионская версия, от нее вообще хрен убежишь. Я надеюсь, у кого-нибудь хватит шаров в Afterburst пофиксить это. Ну, если нет, то в принципе хрен с ним, но как-то неправильно. Развращать малолетних неправильно, и вот это. Оу, oh, yeah. Да, берем Гурвот Хорн, конечно же. Так, а у меня Curse of Maze? Нет. А, Blind. Погнали. Даже заходить не буду. Извините, вслепую выбирать что-то на Раша. Это без меня. Curse of Darkness. Так, простите. Но пошло оно в жопу, я ни черта не вижу. Если я солью сегодня стрик, это будет... Ад, подожди, подожди. Стойно, отстойно. Недолет. Да, пиявки меня потрепали здорово.
Ну, просто не знаю, я не вижу ничего правильного в том, что я не вижу, от чего мне нужно уклоняться как-то. Ну, ну то есть в этом в принципе нет ничего правильного. Бог с ним, со сливом. Даже если бы я полностью слился в той комнате. Или не слился, как это произошло. Все равно нифига неправильно. Так быть не должно. Воу. Привет, Вейсман. Ау. Пять красных сердец и блот. What the fuck? Не, ребята, я дальше пойду. Ну его нахрен. Босс Раш, его не надо открывать. Меньше чем за 20 минут дойди до сердца мамочки. Ой, фу, до ноги мамочки, в смысле. У тебя, в общем-то, таймер вот тут вот. Не просто так. Во, наконец-то я могу видеть. Самый ужасный артефакт. Сердце Айзека, возможно. В смысле, куда ужаснее? Куда неудобнее? Хотя я думаю, Аптерберс нам покажет, куда. Как бы ответит на наш вопрос. Типа, эй, да куда уже хреновее? Так хреновее не бывает. А твою мать. Мозг? Не, Брейн, Бобс Брейн, он прикольный. Ну, то есть, да, я ненавижу этот артефакт, но он прикольный все равно. Там скорее нужна осторожность. В то время как с... Блин. В то время как с Айзек Харт, там, я не знаю, что нужно. Там вангой нужно быть, чтобы проходить. Все очень плохо, катаны, мне не падает здоровье, и я потихоньку гнусь. Гнусь, как какое-то странное название гнуса. Гнусь. И пикак плюс Shield Tears плюс Cricket Body. Это я идиот набрал. А не плохие артефакты. Это то, с чем я слил 150-0. Да, было обидно. Это было, во-первых, глупо, во-вторых, обидно. Это та ситуация, когда ты чувствуешь себя победителем в этой игре. Думаешь, все, карточка затащена, сейчас все будет изи-пизи, могу брать что угодно. И игра дает тебе понять, что нет, ты в этой игре говно. Ты не можешь брать все, что угодно. И пикак плюс Shield of Tears не робит же? О, еще как робит. Взрывается об слезы врагов. Прям тебе в рожу.
Так, я не... Блин, или буду? Да, я, пожалуй, буду брать это до конца уровня. Хотя, нет, стоп. Стоп. Потом пробежимся. Надо просто обычные сундуки не открывать. Вообще надо сундуки пока не открывать. 4,5 сердца, в принципе, то же самое, что и 5 сердец. Даже лучше. По-моему, эту пиявку достала мухой. Фиршот. Сойдет. Блин, радиус взрыва заставляет меня удивляться. Иногда я думаю, что я знаю его, но иногда я вообще не понимаю, какой он нахрен. Какой он нахрен? Потому что сейчас по какой-то причине меня не задело пиявкой. Почему? Я не против, но почему? Блин, ну ладно. Наверняка там есть еще одна комната. Блин, все-таки в первой части куда легче было с ножом управляться. Хотя управление было куда более специфическим. Да, наверное, оно вот здесь. Нет. Да ё-моё, насколько большой этот уровень. Так тупо дамагу поймать. И прямо рожей. Small Rock, неплохо. Так, сит я показывал, не показывал? По-моему, показывал. Покажи фанатам сиды. Что, еще одна комната есть? Нет? Нет. Оп. Нет. Подождем. Что-то я даже теряюсь. Я теряюсь в догадках. Где моя... Где моя секретка? Я не понял. Неужели здесь? Нет. Нет, просто нет. Я не знаю. Я не знаю, что мне делать с этой бедой. Семен Семенович. Ну да, я просто рядом с боссом даже не посмотрел. Я даже не посмотрел, что комната может быть рядом с боссом. Воу. Оп! Успел! Оу, черт! Хорошо, ребят. И так, чест без проклятий, хорошо. Гильотина, пожалуй, да. Остальное, пожалуй, ролл. Да. О, блин, да. О, да, это меня реально спасает сейчас. Гильотина, это HPA, ой-ё. Гильотина, это HPA. Ой, у этот самый, блин, дэмэджап. Холиментал и вафли как нельзя, кстати. Вообще вафлю давно не подбирал. Как-то она мне вот не выпадает. Блин, я все пытаюсь стрелять от головы. Вот с ножом я не люблю это комбо. Я все время пытаюсь стрелять от головы, хотя надо стрелять как бы от тела.
Холли Мэндал вообще 1000 лет не поднимал. Ну, на боссов мне, слава богу, тоже везет каким-то образом чудесным. Годится. Так, кажется, я еще иду в правильном направлении. Ну, либо это очень длинная ветка. Дэмэдж не очень. Нет, дэмэдж хороший. Не, ну как? Опять же, не ваншот, конечно же. Более чем. Оу, Infestation Shop. Вот это круто. Вот это действительно круто. Восемьдесят три ноль. Оу, е. GG. Достаточно изи катка.